Добрый день, друзья! Вы на канале Кубачинское серебро. Сегодня нам поступил такой вот уникальный кинжал. В чем его уникальность? В том, что он сочетает в себе очень большое количество элементов, очень большое количество видов работ. И очень все это сложно совместить, и в то же время это все вот совмещено. Тут и закрепка камней идет, тут и гравировка, и чеканка, и чернение. То есть очень сложный процесс. Вот такой вот кинжал. Сейчас подробно мы с вами его изучим. Длина его 38 сантиметров. Ширина 4 сантиметра. Средний вес 410 грамм. Значит, серебро использовано 875-я проба. Золото 585-я проба. Вот здесь вот вы видите, венчает ручку кинжала черный жемчуг. В такой вот золотой короне три бриллианта. Сама корона 585-я золото, она крепится на горном хрустале. Вот этот шарик — это горный хрусталь. То есть вы понимаете, какая сложная работа, да? Вот вы видите цветные фантазийные сапфиры. 8 сапфиров идут по кругу. Это все вот так вот сложно сделано. Здесь идет дальше серебряная вот такая ручка со вставками, с филигранью. Чернение. Вот видите, мастер вручную все это вырезал, напаивал. То есть очень сложный момент. И вот самое интересное, вот ручка кинжала и ножны, вот эти вот вставки по кругу, элементы, это все кость бивня мамонта. Вот эти вот все вставки сделаны с кости бивня мамонта. То есть этим вставкам фактически миллионы лет. Они приобретаются, эти вставки, как говорится, на рынках. Где-то в Сибири их откапывают люди и продают. Далее, смотрите, какая идет здесь глубокая чеканка. Тоже гравировка. И вот здесь по кругу идут тоже бриллианты. Вот видите, такие вот мелкие камни идут вот здесь везде по кругу бриллианты. Чеканка идет и вот здесь. Чернение, рисунок такой в виде арки. Дальше идут вставки кости бивня мамонта. И концовка кинжала. Ножны вот такая тоже идет красивая. Чеканка в виде рисунка. Все очень четко вырезано алмазным резцом мастером. Очень сложная работа. Все это с двух сторон соответственно. Сейчас мы посмотрим с вами на его лезвие. Вот такое идет у него лезвие. Это дамасская сталь. Вот вы видите, она прям слоеная. Она идет вот так вот слоями. Очень прочная сталь. Она во много раз прочнее обычной стали. Здесь фирменный знак ее, такое клеймо дамасской стали. Такое очень красивое лезвие. Темного цвета, но вот когда смотришь на него, оно прям вот слоями образует такой узор неповторимый у каждого лезвия, как отпечаток пальца у человека. У каждого лезвия свой узор. Очень прочная, очень надежная, несмотря на то, что это все сувенирная продукция, но сделано все очень качественно. Никогда у вас не отвалится это лезвие. Никогда не отвалятся вот эти камни. То есть все настолько качественно, настолько сделано красиво,
Вот отдельно идут ножны, отдельно идет кинжал. Ну, конечно, видео не передает всю эту красоту. Надо это все, конечно, держать в руке и наслаждаться этой красотой. Кинжал из серии Беринг. Это Беринг 2. Вторая модель. Они всегда отличаются какими-то вот такими разными деталями. Количеством камней, видов камней, видами гравировки, насечки и так далее. Это Беринг 2 кинжал. Значит, подробная информация на сайте у нас. Карточки товара. Нажимая на фотографию, открываются полные характеристики с описанием. И подробная вся информация. К этому кинжалу также идет вот такая бархатная подарочная коробочка. Отсюда он кладется. И это все очень так красиво можно дарить, если вы на подарок кому-то берете. И снаружи, и изнутри темно-синий бархат. Очень красивая, очень качественная коробочка. Здесь вот такие замочки. Вот такой кинжал. Поэтому подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Будем знакомить вас и в дальнейшем с нашей уникальной продукцией. До встречи!